Как-то в интервью Алла Пугачева высказалась о том, на кого похожи ее дети Гарри и Лиза. «Гарик – это вылитый Макс. А Лизочка – она похожа на меня, но на ту, которую вы не знаете. Образ Пугачевой совсем другой, а я помню себя в детстве. Но еще немножко она изредка смахивает на потрясающего человека, тетю Максима Иру. Царство ей небесное, удивительный был человек», — сказала Алла Пугачева. В последнее время публика живо обсуждает материнство Пугачевой. Многие не верят в то, что певица заморозила свои яйцеклетки и стала биологической мамой двойняшек. При этом высказываются самые разные версии. Речь даже идет о том, что Кристина Арбакайте предоставила свой биологический материал, благодаря чему Алла Борисовна еще раз стала матерью. Все это очень напоминает сюжет для фантастической книги, но эта версия жива, а некоторые даже находят внешнее сходство Лизы и Гарри с Кристиной Арбакайте.